Dive into the latest from the swimming world with Mermaids and Newts, your daily splash of sports news. Будем просто, опять же, возвращаясь к бассейну, посмотрите, насколько хорошо был оборудован комментаторские позиции, насколько был хорошо оборудован пресс-центр. Ну а теперь те же 200 метров на спине, только мужчины. Золтан Верацио плывет по дорожке номер один. Лотер Ноут, представляющий ГДР, по второй. Австралиец Бетфорд Купер по третий. Лидер мирового рейтинга ГДР-овец Роланд Матос плывет по дорожке номер 4. Рядом с ним главный его соперник и непримиримый соперник, который, кстати, лидирует пока в заплыве, американец Майкл Стэм. Тим Макки, которого мы видели в заплыве на 400 комплексе, человек, которому единственный, по-моему, в истории, кто занял второе место, уступив 2000-х, это как раз Тим Макки. Он сейчас плывет по шестой дорожке, по седьмой американец Митчелл Айви. Ну и, наконец, француз Жан Бержо. В данный момент мы наблюдаем за тем, как американец Митчелл Айви плывет первым, вторым идет Майкл Стэм, и, наконец, Роланд Матос, представляющий ГДР, пока третий. Но на самом деле тогда и скорости, и система подготовки была такая, что даже такие, казалось бы, не очень длинные заплывы, как 200 метров, это была тактическая борьба. Я начинал выступать только в 80-е годы, и то тогда была принципиальная разница. Первая сотня, вторая, техника выплывания, каждого из этих отрезков. Это сегодня современное плавание пришло к тому, что начинаем максимально идти, если ты сможешь. А тогда это было действительно, это были раскладки, это была борьба умов, это была борьба тактической подготовки. Поистине фантастическое было время, и мы наблюдаем за тем, как очень слабо начав, Роланд Матиас в данный момент выигрывает просто вагоны маленькой тележки. Вагоны маленькой тележки выражается более чем 3 секунды. Опять-таки у него идет, естественно, рекорд мира, почти как забыл на Олимпиаде, в то время, да и сейчас почти всегда сопровождается победой. Ну и вот победа ГДР. Роланд Матиас на высшей ступени пьедестала 2:02.82. Майкл Стэм выиграет у своего партнера по команде, заняв второе место, 2:04.09, и 2:04.33 это Митчелл Айви, который сделал максимальную работу на этой дистанции, протащился в первую сотню. Ну и вот, собственно, мы наблюдаем тот самый пьедестал почета.